Ура, ура! Нас выписали из больницы. Вот мы приехали к Танюшке, забираем вещи. Вот наш стручок тут вылечился. Видите, что наяривает? А что, вот это обязательно, дед, надо крутить? А? Вот это обязательно тебе надо? Он сам не сможет, что ли? Нет, он не сможет. Вот, давай, 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 вот, вот. Надо, надо руками вот это вот делать. Ну, руками попробуй, на большие поставь. Одну на себя, вот. Все, все. Ты сломаешь? Да что сломает? Подожди, дед. Я вроде понял как. Запыхался уже, да? Давай, давай, все. Уже вот ногами. Сейчас ждем Танюшку. Танюшка приедет, и мы уедем домой. Вот, у Танюшки завтра день рождения. Сделала ей подарочек мы от нашей семьи. Купила я ей в Ютере кастрюлечку. И вот мне. Она любит итальянское вино. Молодец. Вот купила ей бутылочку итальянского сухого вина. Вот открыточка. Вот. Еще раз ее с днем рождения. Вот так будем собираться. И отправимся домой. Ура! Уже я привыкла к Танюшке. Уже буду скучать. Без наших вечерних посиделок. Какой декабрист, видишь? Катюня, декабрист какой. Красота. Слушай, бабуля, кажется, что это наш. Наша площадь, потому что это дом похожий. Там бы еще такой же дом. Ты просто... еще давай Танюшке скажи, что это вообще наша квартира, да? Да. Остаешься жить? Нет! А что? Интересно у тетя Тани здесь? Тебе понравилось? Ага. Ну, сейчас чаек попьем, будем собирать. Поесть. Чипсы, а что, дом тебе не дают? Ну, все, сейчас чаек завариваем. И будем и домой. И вот это есть?